разобраться, что за снежинки. Вот какое-то видео со снежинками. Но лось, который валенок, я такого не... Я вообще не знаю. Это самый настоящий валенок. Да. Лось-валенок. Из какого города валенок приехал? Из Назарова, Красноярского края. Из Сибири. Привет, сибирский лось. Валенок. Хороший. Жить в Нечанге будешь тоже. Да. А как зовут хозяйку валенка? Таня зовут. Таня, Татьяна. И вы их сами валяете? Да, валяю сама. А кто у вас еще? А это просто шерсть. Это шерсть, из которой валяют. Я не привезла больше ничего. Да барашек? Это просто подарок. Да, овечья шерсть. Это... А еще кого-то привезли? Еще какой-то зверь? Нет, я такое не везу. Крутой лось я такой. Делаю. Самый Попроси. Крутой лось. Да. И вот так берешь и иголочкой вот так делаешь. Просто... Вот так. Одной или двумя. И вы их стыкаете, да. Пока он не сваляется? Да. Если интересно посмотреть, у меня интересно. На страничке ВКонтакте. Загляну. Куча всяких. Сейчас я... И сколько же вы их утыкаете так? Ну, смотря сколько времени есть. Могу долго, могу недолго. За день, если упросить, вот такого можно сделать. Это ну, фантастика. Ну, потом глаза отдельно делаешь, ну, в смысле, из пластики. Копыта, рога. Но вот это не моя идея, лось не моя идея. Это идея Ирины Егоровой Цикулярис по ее мастер-классу. Я у нее учусь. Вот. Это фантастика какая-то. Вот такой вот лось. Лось рукотворный. Да, вот он. Да. Привет. Я приехала из Красноярска. Да. Я настоящий валеный лось. Я настоящий валенок. Вот так вот шарик раз. Вот. Сделала. Меня создала Татьяна Мейснер. Мастер Красноярского края. Вот из шерсти? Да. И все, ничего. И все. Только шерсть. И пластики, ну рога вот. Ну, рога-то понятно. Они должны быть твердые. Потрясающие лосище. Вот. Нет слов. Теперь я буду жить в Нечанге. Будет тепло. Тепло. Не то, что у нас в Сибири. Спасибо. Ради там по снегу. Огромное. Вот так. Пусть